В Красноярске на двух мужчин обрушился подъездный козырек. Произошло это в доме по адресу Волгоградская, 15А. Козырек обвалился в тот момент, когда мужчины выходили из подъезда. Они получили травмы разной степени тяжести. Одному придавило ногу, и его госпитализировали. У второго небольшое повреждение спины. Ехать в больницу он отказался. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что проход в подъезд остался свободным и угрозы дальнейшего обрушения нет. Ликвидировали последствия 4 спасателя и 1 единица техники.